Привет, моя родная Украина, привет, мои родные украинцы. Привет, все мои подписчики, ну, кроме организма в обтях, вы мимо. Я сегодня дважды прослушала этот... Ой, я даже не знаю, как это назвать, понимаете? Фофика, видение окончания войны. И что я вам хочу сказать? Последний раз. Так уже ж было последний раз. Или это было последнее перед предпоследним, после последнего. Ну, короче, мы запутались, но это не важно. Потому что эту, мы уже много раз это слышали, сказали, нам это не подходит. Не подходит. А как активизировать? Он, видно, решил, что он тоже на саммите. Ну, мира вот этом. Вот он у себя в бункере устроил вот эту вот Буба Косторский. Сегодня приехал, сегодня выступаю. Не подходит. И так активизировались еще, знаете, мне кажется, все-таки биржа немножко как-то попугивает их. Так а что она вас должна попугивать? Ну вот чего? Все будет хорошо, все же идет по плану. Вы же хотели в СССР. И все прекрасно. Доллара нету. А зачем вам этот доллар? Ним же пользуются только иноагенты. Макдональдса нету. Ничего нету. Скоро не будет электротоваров. Даже электрочайники поступать к вам не будут. Доставайте самовары. Поэтому все прекрасно. Все хорошо, все как вы любите. Поэтому слава Украине.